Мы приехали в наш отель. Виспер отель, не знаю, что это. Вот он вот такой. Сейчас рассчитаются за такси. Идет мелкий дождик. Так что вот. Пошли мы в отель. Простенький отель. Наш номер в Паттайе. Новый отель Виспер. 3 месяца как только открыт. Ну, простенький, это не люксовые номера, а такие простенький номер. Ну, главное, чисто, все аккуратно. Такая душевая комнатка. Главное, тут можно вот эту штуковину отодвинуть и подглядывать. Если ее отодвинуть, то будет видно, кто здесь и моется, и что тут делает. Ванна принадлежности, в принципе. Вот так вот туалетик. Шкаф. Халатики. Тапочки, халатики. Так. В принципе, здесь зона вода. Здесь еще холодильник, судя по всему. А, в холодильнике есть кока-кола, напиточки какие-то. Окей. В музыкальном стиле. На крыше вот такой бассейн. Вечером пойдем купаться, чтобы спать хорошо. Простенький такой отель. Новый, ему всего 3 месяца. Так что купаться можно в бассейне. Ничем это не грозит. Ну, прям видно, что он новенький. Паттайя.